сфере молодежной политики, как признаются березняковские специалисты, есть чему поучиться у коллег из Белоруссии. Например, в Солигорске силами объединения успешно реализовали проект велопарковок по всему городу. А еще День Победы в Солигорске отмечают с размахом, проходит фестиваль «Реконструкция». Военное время воссоздается в деталях, начиная с того, что люди ходят в военных костюмах, заканчивая установкой полевых кухонь. Наши специалисты молодежной политики вдохновились и, возможно, некоторые из практик Солигорска попробуют реализовать и у нас. У них больше развита преемственность, то есть они как наставники выступают в лучшей роли, то есть они передают, вот так это все идет из поколения в поколение, передается лучше. У нас немножко это видоизменено, то есть у нас вот этой системы наставничества нету. И следующие встречи мы, скорее всего, посвятим одну из них именно вот этому вот системе наставничества, как они вот это развивают у себя. Первая встреча была знакомством, со следующей тянуть не будут. Примерно через пару недель специалисты вновь выйдут на связь, где уже конкретнее обсудят методики, практики и проекты.